Состояние ребенка, едва не сгоревшего в легковом автомобиле, стабильно тяжелое. Он получил ожоги верхних дыхательных путей и находится в реанимации Печорской ЦРБ. ЧП произошло накануне в Печоре. Отец оставил малыша в машине, а сам отправился в неизвестном направлении. Через некоторое время салон черной легковушки задымился в 12:35. В пожарно-спасательную службу города поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля. Иномарку потушили через 6 минут. Ребенка удалось спасти. По факту происшествия с ребенком в загоревшемся автомобиле проводится процессуальная проверка. По имеющимся данным, 9 ноября текущего года около магазина по улице Булгаковой города Печоры произошло возгорание внутри легкового автомобиля, в результате которого находившийся внутри малолетний мальчик получил отравление угарным газом и ожоги. Ребенок был извлечен из авто и госпитализирован. Сейчас следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Пострадавшему ребенку всего 2 года и 11 месяцев.